зрители и подписчики моего YouTube канала, это очередное видео будет продолжение цикла моих видео о храме в Индии. Я напишу его название, я покажу его координаты. Я могу только сказать, что я сделал уже, ну, наверное, больше 50 видео о храмах в Индии, хотя на самом деле, я думаю, даже может быть около, может только, ну, вряд ли около 100, может 50-60 видео. Но на самом деле в Индии не менее чем, согласно официальной версии, около 50 тысяч храмов. А на самом деле, если посчитать все разрушенные храмы, если посчитать все маленькие храмы размером там с маленькую комнатку, либо с маленький такой сарайчик, вплоть до самых гигантских, то, ну, есть предположение, что Индия — это страна не менее чем 100 тысяч храмов, даже если учесть все ранее разрушенные, либо перестроенные, либо которые вот находятся на относительно небольшом расстоянии друг от друга. И этот храм будет один из них. Там будут гигантские каменные блоки, там будет невероятный процесс, ну, обработки этого камня, который теоретически можно повторить в наши дни, но, конечно, это займет невероятное число времени, включая современные машины. Это не какими-то там палками, там ковырялками, скребками, там какими-то зубилами, молотками, а использование современных станков, современной стали, современных процессов измерения, современное использование графики и прочего, что требуется от человека, какие нужно колонны ему сделать и прочее. Все остальное об этом храме вы видите дальше видео. Будет еще продолжение многих, ну, будут еще многие мои видео о храмах в Индии, так как я еще раз повторю, их не менее 50 тысяч, а на самом деле около 100 тысяч храмов в Индии. Спасибо за ваш просмотр, спасибо всем, кто помогает моему YouTube каналу. Все остальное вы видите дальше. Все фото предоставлены от Али Азраэль, пользователь на Facebook, с его личного разрешения. И только его данные, в этом видео будет только его фото. Уникальная фотография.
Thank you.
Thank you.